Подождите, а на данный момент нам же не нужен все-таки этот первый-то левел? Нет. Нет. Ну и пошел он нахер. Бля. Ну-ка. Есть, работает. Все, вот. Два стульчика готово. Вот тут вот рядом с фармерским ящиком нормально она встанет. Бонни, попробуй там куда-нибудь впихнуть еще костер. Вечная проблема. За спиной за стульями нормально он влезет. Ой-ой-ой, а что это здесь? Смотрите, в котором я забагал-то ящики. Нормально тут. Соберите, пожалуйста. Брала. Какого хрена это там делать? Что было-то? Берданский. 4000 пороха. Да, детка. О, ништяк. Вообще огонь, да? Так, горящий, наверное, стол. Все. А потом меня спрашивают, какого хера у меня стул из Мордора. Пока. О, спасибо тебе, добрый человек. Уж очень они бесят. Да вообще непонятно, зачем они. Ящик. А, спиннер это? Ага. А ты когда садишься, типа... А, прямо отсюда можно жарить. Угу. Вообще норм. А я тут велосипед изобретаю. Ну и отлично. Так подождите. Получается, мы больше не можем дюпать вот эти вот тела на Томпсон? Эй, да. Ты представляешь, что мы не можем дюпать тела на Калаш? Вот это жопа. То есть, реально, если ты потерял оружие, то ты его потерял. Самое печальное, что мы не сможем дюпать корпус ИПшки на МВК. Та-та-та-та. Почему? Спасибо, Фейспудж. Чё, почему? Ну, потому что... А, ну я понял. Ничего. Ну так, а все равно, они же там и сократили вдобавок, ну... Так вот именно, теперь переработчик бесполезен. Так, Томпсон, две этих. Я делаю тогда 4 Томпсона, нам терять тогда ничего. Ну как ничего. Бесполезен? На всякое говно он полезен. Хорош. Угу. Пяточки. Бинты, шлем. Так, 1500 кловсов. Дерева много. Нормальное мясо не забираю, нам не надо. Вот, кловсы, топливо забрал. 100 семян заберу, ну, на всякий случай. Жир. Жир. Ну и все, и он как бы лежит. И все? Здрасте. Все. Ну вряд ли на таких домах гантрепы есть. О, хан кул какой-то. О, это какой-то пободрее здесь будет. Кот серый. Что серый? Валера. Это грилька. Бубен. Кстати говоря, ребята, бубны надо изучить. Мне Андрей Гриза написал о том, что или хакер, или еще кто-то, что типа бубнами выбивается одно хп люк. Один удар, одно хп. Да. Вернули, что ли? Ну это профиксили. Я у него спросил, он сказал, что типа все так же выбивается. На изи. Бонни, ты слушаешь людей, которые пишут о том, что нельзя стэши прятать под фундамент, иначе он не загрейдится, ага. Ну, это я, да, в курсе, как бы, но человек-то, может, проверял. Так, мы это крафтили. Который не будем проверять. Не. Что на себя? Серьезно? В прямом. Мы его полдня ищем. Не. Как и стенку деревянную. Да. Не. Его бы на самом деле вот убить, чтобы узнать, кокаин это или нет. Нет, далеко не зарекаюсь. Но сейчас мы посмотрим, куда он побежит. Как здорово все не швыряется, хочу вам сказать. Короче, прикиньте, лучше не накидывать друг на друга сихи. У меня одна отлетела, отпрыгнула от другой и на стенку прилепилась. Лол. В том рейде. Это что за извращение? Ну вот так вот. Так, взорвал. Раш! Ага, деревянная. Деревянная дверь. Лол. Ёлки-то зеленые. Ну и что, за огнеметом? Да, давай. Ну кто этого ожидал? Ну ё-моё. Да, ну это же как-то не по-царски. Ну зачем делать деревянную эту дверь? Экономили сишки. Где?
Дом соседний. Минус он. Надо проверить, кокаин это или нет. Это тот, по которому стреляли, походу. Волкошапка там был. Если это волчьи шапки, то это он, да. Это кокаин. Да? Но это не его дом, походу. Либо это его дом. Я не знаю. То есть это тот же бич, он просто кругом обернулся. Видишь, что это там слиза. Ну видишь, адекват говорит, что он был в волкошапке. А, так слышу, он пробежал с того дома снизу, которому мы дверь-то выпалили, да? И дальше железная дверь шла. Там же он был, этот дом, в той стороне. Ну да, вроде. Этими на... Просто не зажимай, ну, чтоб огня не было. Просто плевками накидываешь, и все. Но видишь, хозя хэза, я не понимаю, почему люди гантрепами так редко пользуются. Железная. Железная, да? Мы не нашли. Да, так они еще же не изучены около. У нас сегодня тоже не изучены, нам просто повезло найти 3 штуки. Да нет, даже когда не было всех этих рецептов, мало людей использовало их. Как-то да. Готово? Нормально, прям вообще. Ну ладно, я рискую. Давай. Да, детка, да. И что у нас тут? Ну, 100 хай-квалити, да, огонь. И у братана нашего бомжесиха есть. НПЗ! Где? Там в натуре. Натуре. Да-да-да. Вот каменную стенку. Кто ну такой? Где? Печка большая. Я за домом. Адекват, иди лучше туда это. Все, лутаемся. Лезвие, уголь. Не, ну слушай, нормальный дом, нормальный дом. Авторизация, кстати говоря. Кодовый делаю, поставлю. В нем я уже все потырил. Выписал, ребята, втрезвуйтесь еще раз. 100 high quality, вообще нормально. Но серы вообще нету. Что за херня? 500. Все, мы как раз до ночи успеваем. Готово, все, запаролил. Так, ну все? Я забитая. Залутались? Да. Все, уходим. Погнали. Шкаф наш. Все, ребят, давайте, до дома. Добрыня, ты хоть бы одежду нашел. А то ты там прикрылся дощечкой. И садись на стул. Ты со мной сажаешь голову человека? Мэтт, одевайся. Сейчас я посижу на стуле чуть-чуть. Смотри, это белый Нига. What the fuck? Он белый у меня. А чё здесь комфорта не дает? Вот же комфорт дает, ёб вашу мать, блядь. Ну чё, блядь? Нига альбинос, блин. Ну он сам себе еще это делает, да. Наклонись еще, Добрыня. Это максимум, что я могу. Это максимум, что ты можешь. Но если пару ребер удалить, тебе одежду скинули. Наяривает. Оденься, а то мне как-то неудобно. Ты че таким злобным взглядом на меня смотришь? Так, все, погнали. А, я думаю, Дрозд, ты че лег-то? А чё он? Ты нормально все? Пошли. Да. Вдруг у тебя там сердечный приступ, я не знаю. Ты просто так замер, прилег. вон он, внизу, да. А, ну правильно, ну и кокаин оттуда вроде бегал. Это его, получается, дом? Все-таки. Здесь-то мы все 3 дома выпалили. Стрельба с берданки внизу. Ну да, вот он новую дверь вот снова он поставил. Ё-моё. Открывает. Вот он. Давай, открой. Открой. Открой, братиша. Открывай. Смотри, эту дверь. А я эту. Хватит там это наяривать. Своими коленками. Что-то дропает. Все? Да. Все. Бля, мы не пройдем из-за деревянной двери. Может, слышим, заденет? Сейчас эти снизу могут подниматься уже, берданочники, имейте в виду. Угу. Угу.
Деревянная у него там дверь, кстати говоря. Открыл. Открывает. Гантрэп. Не реагирует, нормально. За огнеметом пошел. Давай. Сишки есть у тебя еще? Да. Ну, у меня 12, мне хватит. Понял. Ну, в смысле, еще 8 осталось. Угу. Гантрэп далеко слишком, он не может стрелять. Он с Валерой. Накидывай что-то. Угу. Он не понимает, почему Гантрэп не стреляет. Что такое? Чувствую, когда я его убью, он нажмет на кнопку «Пожалуйста» на читера. Ага, с пипаса дал мне. Больно так дал. Силюсь. Чё за жесть? Я чё, картонный что ли? Бегу со всех ног. Тело. С высоты. Хедшот. Убил. Бежишь. Надо, чтобы другой потом пострелял. У меня 42 патрона осталось. У кого там? Давай я. У меня 59. Постреляй. Давай. В гантрэп. А у кого берданка, кстати, из наших? Меня. Ну вот она подамажнее будет. Все, поломал. Красавчик, просто огонь. Где ты, адекват? Я на подходе уже. Давай. Жги прям вообще, надо врываться туда. Ух ты. Точка. Начинаю. Попал один. Воу-воу-воу-воу. Угу. Хилюсь. Голову поставил. Больше про. Есть попадание. Не понимаю, почему я не попадал. Адекват, надо палить. Понял, понял, иду. Палю. Давай. Закрыл дверь. В смысле? Быстрее пали. Все. Бля, нихуя себе ты меня продамажил. Быстрее, дай шприцов, пожалуйста. Скинул. Спасибо. Жесть. Е-мать, у меня просто все хп. Парни, их тут больше, но надо. Там еще Томпсоны. Угу. У меня один шприц остался. Тоже. Патронов не осталось у меня. А, так это левые пришли там, походу. Пусть месячатся между собой пока. Да, дело дрянь. Ну взрывайся ты, блядь. Готово. В смысле? Подхилиться есть у кого-то? Нет. Выбил. Ты вообще ничего, что ли, нет? Ну вы палите просто за ними там сверху и все. Че, захожу? Он справа. Ага, сидит. Он здесь прямо. Минус он, все. Так, хил, есть хил, ребята. Два шприца взял, два есть. Забираем все быстренько и валим. Просто вот все залутали и все, и валим. Так, луки всякие, патроны наконец-то взял. Пипас. Патроны в нем, и бобовка.
Да-да-да, забираю. Так. Из шкафа все. Выписал. Кодовый замок делаю. А сейчас это. Держим просто хату. 5 сек буквально. Силюсь. А, все. Понял, кранты, уходим. Уходим, все. У него там этот на ключе. А подожди-ка, ключ у него есть? Нету, все, уходим. Погнали. Так, Эдди не преследует. Угу. Он там, походу, вообще один, что ли, остался? Там что-то не, не, не. Ну, им там что-то... Трое? Ну, вот, там, в спину там вышли, там замес пошел. На антирейдеры нарвались на антирейдеров, нормально. Это хорошо. Е-мать, а я хотел прыгнуть, прикинь, а там такое ты пекло устроил, что мне просто 2 хп осталось. Да я слышу звук, просто жуткий дамаг. Пиздец, думаю, сейчас... Я запрыгнуть хотел. Давайте тогда скидываемся и пошлите туда, на этих антирейдеров. Ага. Рано вы, ребята, рано вроде, нет? Завернули-то направо. Ну, блин, что в доме-то? Ну, вот минус. И дома я посмотрел. Это суицид какой-то. Ну да, это на этой поляне взрывали, когда мы только начали, когда зашел на этот сервак, здесь пробегал здесь просто уйма домов. Очень много. И, видать, какой-то из них взрывают. А тут же РТшка же. Ух ты ж, нихера хата. Во, о, здесь. Опа. Прямо тут. Ребята, карты. Бонни бич справа. Он спален. Не надо было, с глушителем я. Ладно. Ты... Ты кто стрелял, что? Так, готовимся. А где они взрывали? Внутри? Внизу там? Подожди, те, меня. Поёпал. А и чё там? Нет, если чё. Но... Я не знаю, чем он тут взрывал. Ничего не задамажено. А там просто... Это... Бобовая граната была, кажется. Ну да, бобовка взорвалась. И трупов, смотрите, сколько валяется разных. У этого камня очень много. Забираю. Ну, пойдемте дальше. Ну, what the fuck. 2 человека здесь. Ребята, сзади. Одного минус. Силюсь. Там одного очень сильно, внизу, брат. Сзади, сзади нас. Еще минус. Дом с двойными дверьми. Да-да-да, за ней. Перезаряжаюсь. Один внутри дома этого, двойного. А этого я прокинул все-таки. Блять, меня убили. Выпечки дал, вот это. Убил. Сорян, возможно, тебе еще ходуля была от меня. Может, ну, лутаемся? Да, лутаемся и заносим его. Там и сверху это, я типа СПшку убил. Угу. Надо его там зачекать. Фак. Он не лезет. А, это те самые. СПшками, да, они же сверху стреляли. Да. Добрыня такой, прикинь, лег перед ящиками и типа... Смотри, смотри, я смотрю, и здесь просто 2 маленьких ящика серы. А, ничего себе. Нихера себе он дает. Ну, они из раздом оставались в 4 утра-то. Что ж, ребят, нас не зарейдили, это самая замечательная новость. Я прям рад, выше крыши, по-другому не сказать. И у нас хорошая новость. Я изучаю печку. Осталось теперь найти каменную или деревянную стенку, и у нас будет все... Просто огонь. Это пацаны нашли, те, кто оставались в 4 утра. Это Добрыня и Дрозд. Видать, они нашли и притащили сюда. И сейчас Мэтт все это дело изучила. Какие планы дальше? Нам надо достраивать дом, потому что вчера я на это как бы забил. Мы ходили рейдить, чтобы для вас какой-нибудь экшончик отснять. Вот, но нужно продолжать строить наш дом. Так, дайте-ка мне... Ух ты ж, нихера себе, читы заработали. Prevent Building. Хингл Л. Боже, я столько всего вижу, у меня показывают ПХ все нычки врагов. Да, ребят, все ставится на льду, печка ставится большая. Ты, вижу. Вот у меня, да, видишь, и тут враг бежит.
Там двое, двое, двое. Один заутанный, один голый. Минус один. Прикинь, второму хэд поставил, он забежал. А, в доме, да? Слышу. Лутали, скрэпа у него 200. Ништяк. Дробовик. Крышу, ну херовый. Возродился. Сейчас он открывать будет. Я крышу смотрю. Давай, я с передухи. Минус он. Второй идет. Крыша соломенная одна. Понял. Так, боком лутаю его. Ну и что такое? Какой клоздор? Веревки. Вон, 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 этот. Пушка торчала из двери. Он прям за ней. Че, будем выжидать или дальше пойдем? Ты не поверишь, а фу. Блин, ну конечно. Вон у него даже дверной проем перевернутый один, на который ведет на эту. А, на эту, да, крышу. На крышу. Ну ладно, пошли. Блин, обидно. Но он одну дверь открывает, и по идее там лутовая. Ну да. Еще один минус. Хорош. Нет, у него там еще двери. Ну да, у них там глубоко все-таки. Круговая система дверей, что ли? Не, там просто у него еще дверка как минимум одна идет. А. Слышишь? Вижу, вижу, вижу. Двое. Полили. Хочу отдал. Один умер, откинулся. Один. Второй забежал в дом. За домом, за домом, за домом. Перезаряжаюсь. Минус. Еще один в доме. Еще один. Попадание 2. Хедшот убил. Все, красавчик. Минус 3. Да ладно, а что делать-то? Не лезет. Здесь я. Пасу. В доме. Где? В доме, в доме. Понял. Опа! Ты мне что ли в хэд дал? Блять, а я на реакции, сорян, вообще на реакции просто взял. Я думал, дверь услышал. Контроль, короче. дверь, контроль. Да, да, да. Я сейчас важное только заберу. Да иди ты вон, что это такое, зелень? Дерево у него забираю. Давай. Так, что еще? Где там еще умерший? Вот здесь я. Вот здесь я. Вон он. Дерево у него, патроны забираю. Я услышал, дверь открылась и сотрю. Тип винты. Справа. Я контролю дверь. Он сейчас выходить будет, этот рашец. Тычку дал. О, их много. Пипас. Хилюсь. Пипаса положил. Молодец. Я хилюсь, я красный. У меня 6 хп, надо бежать. А то отходим назад просто. Давай назад. Я сам жрусь. Угу. Ебать, еще 2 человека слева. Бежим, бежим, хилимся. Бежим. Давай направо. Сейчас, сейчас, сейчас. Да нет, хилимся грибами там всякими. И можно им опять вкатить. Вон тут хата есть. Все, 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 стой, стой, стой. Так, я готов. У меня 50 хп. Я жру еще. Давай, давай. Я за магазином. Угу. Попал одного. Справа от магазина. У меня 2 патрона, бонь, все. Понял. На. Блять, отходим, короче, ну нахер. Уходим, уходим, Добрыня. У меня плохо все. Эти пацаны просекли, где мы. Сейчас они бежать будут. Чё за жесть.
Там еще, походу, и те пришли, которых ты. Да, 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 да. Это вообще жесть. Ну нахер. Я вот прям бегу на этот зеленый магазинчик. Не-не, мы все сзади аэропорта уже, от него, понял? На конце аэропорта с другой стороны. Дом, милый дом. Милый забаганный дом. Вон, взрывают, а ребята, пахнет, взрывают. Пахнет. Как все подойдете, скажете, пока не стреляют. Здесь мы, здесь. Где они? Вон, а, это тот дом, где мы сейчас сражались. А. Положил. Второй есть. Попал в него. Слева обхожу. Минус. Хорош. Красава. И вот этот дом, откуда выбегали три человека, ну где мы сражались. Хэппи. У него бобовки. У меня. Угу. Еще спина. Еще спина. Вот этот дом, а они оттуда выходить будут. Ага. И темнеет. Хэдшот. Угу. Ему херово. Можно запушить его. Кто-то с лука стреляет. Голый бежит, голый. Минус. Хорош. Хэдшот дал, минус. Нет? На крыше, минус? Который? Да. Не знаю. Да, ну, откинулся. Минус. Да, да, да. А за домом был же еще лучник. Или что там с Валерой? Это я. Понял. Ага. Минус. Сирис. Давай. Патроны забираю у него. Давай, давай. Пойдемте в хату, здесь недалеко, пересидим ночь. Забрали у него оружие? Вы куда пошли, да, ребят? Да, 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 я арбалет. А куда вы ломанулись? В хату. Алло. Какую? А где она? Там внизу. А, а вот это. Угу. Ну, где мы с тобой хилился ты? Я тебе сказал, в хату заходи. Понял. Ну, пускай взрывают. Там на самом деле много надо бабок-то потратить, чтобы взорвать деревянную стенку. Ну, довольно-таки. А, тогда в хантере это... надо. Будет, когда ближе подойдем. Я думаю, у что них один контролят. Да. Ну там лучник какой-нибудь будет. Я крадусь. Опа-опа, к дому побежал один. За бобовками, наверное. За бобовками, да, может быть. Но я тут в кустах пока присяду. Звучит странно. Не-не-не, ничего странного, я просто передёрну, пока темно. А, и я о другом подумал. Посрать? Ага. Так вот, у тебя фетиш или чё? Насхрен мне на грудь! Блять. Подождите, идёт. Чё, блять, сука, видит меня, лол. Я тут что, свечусь, что ли? Попал! Два хита, три хита дали. Ноль хитов. Ништяк. Они все видят ночью. Кончены. Запрыгнул в дом. Ага. Так прикольно заходят они. Вообще жесть. Все, с крыши. Вверх. 29 хп осталось у стены. 29? Да, ради мы тогда. У меня бабовки-то есть. Хорошо, давай. Но не сейчас, утром. За домом. Светает за домом, да. Ага. Я за дом крадусь. Есть попадание. Хорош. Давай. Я за мешками.
Вижу, да, сверху по скалам один шлепает. С арбалетом? Это не их. Они его отстреливают. Так, сейчас а вход у них один или нет? Это я подхожу. Один-один. А, ну и все, огонь. Че, да взрываю, ребят, тогда. Хэдшот минус, кажется. Еще один повалил. Минус. Хорош. Еще один. Угу. 10 хп. Бонус. Смотри, на тебя сейчас смотреть буду. Угу, разбил. Хорош. Смотри аккуратно, гандрапы. Лут есть. Да, да, тихо, тихо, да. Огнеметная причем. Ага. Ну-ка, подожди-ка, проверю, она заряженная вообще? Минус. Нет, ништяк. Фу, жесть. Так, сера 300. Фу, три человека. Да-да-да. Прицел. Давай, кто-то все, топает смотри, рядом с домом. Сзади дома кто-то топает, Добрыня у нас. Да. Он бежит. Поводок. Убил одного. У пацанов тоже лут есть внутри. Лутаю. Давай я пойду того, кого убил, золотая. Угу. Так, что тут у нас? Двустволочка еще одна. Пойдет. Так, металл. Зачем мне металл? Ого, тут лута. А, металл, слушай, надо тогда. Еще один прицел. Угу. Сера. Пацаны, видать, знали их, и вот и шли их рейдить. Все-таки соседи, как-никак, камера. Ну да. Камень. О, слушай, сеточка. Адекватно, нормально там? Пока да. Вот да лутай, Добрыня. Да лутай, что важное здесь осталось, мне не лезет. Уголь нам не нужен. Забирай, забирай. Нужен. Все, получается? Да. Ну все, адекватно, уходим. Мы к тебе идем наверх. Угу. Да я вот это подфартило. Вообще. Пацаны угу. Такие довзрывали там. И у нас были бабовки от них же. Огонь. Весь на халяву. Вчера там трупы в разных позах на крыше. Один сидит вообще. Жесть. Брань-брань.